Коперник – знакомая фамилия. Что он сделал? Боже мой. Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца. Или этот факт вам тоже неизвестен? Но мои глаза говорят мне, что скорее Солнце вращается вокруг Земли. Знаете, с 1862 года совершенно спокойно сделали вброс, и вы до сих пор повторяете вот эту парашу про круглую землю. Слушайте все, еще раз. Есть очень простые аргументы, которые связаны с научно-техническими дисциплинами. Геодезия, которая оперирует при строительстве домов, только ориентации на плоскую поверхность. Гидротехнические сооружения только на плоский уровень Единого мирового океана. Все города мира устроены, например, одним интересным способом. Вынос твоего вот лично говна дворника должны быть выносить под углом к полям аэрации. Этот сгон где-то составляет в среднем, ну, где-то 2 метра на 5-6 километров. И вот этот вот угол возможен только при плоской земле. При любом его изгибе нет возможности самотеком вытащить говно за пределы твоего района. То есть километров на 15-20 невозможно. В Нью-Йорке, в Рио-де-Жанейро, в Париже, в Москве. Я все сказал. Если ты хоть немного, ну, чем-то занимался в этой жизни, ты просто представь себе, как течет вода. И следующий будет аргумент очень простой. Реки текут на основании величины перепада их русла. Тогда поступающая извне влага добавляется в этот уровень, а он принимает, в общем-то, ну, одно единственное решение. Вот этот лишний сгон направить в мировой океан, распределить эту влагу по поверхности. Это любой учебник гидрологии, в общем-то. Если вы будете разговаривать с каждым дебилом, вы всю жизнь потратите на объяснение того, что давно понято, описано и выражено. Учебники стрельбы, которые все ориентированы только на плоскую землю. Дальномер морской, которым любой из вас сейчас может совершенно спокойно посмотреть, если есть такая возможность. И вы увидите на расстоянии 20, 30, 40 километров любой объект. Ну, а зачем вообще разговаривать с человеком, который, ну, не желает думать или не в состоянии это делать?
Я механик, я знаю геометрию, я знаю теоретическую механику. И я знаю реальные предметы, приборы. Конструкция самолетов, которая предусматривает параллельный полет над плоской Землей. Это обеспечивает единственный в мире великий прибор – гироскоп. Ни один самолет не летает в режиме пике. И никогда она никуда не вращалась. Это доказывает любой астрономический прибор, который круглые сутки наблюдает за движением планет. Если бы она двигалась со скоростью 400, сколько там, 60 метров в секунду, ни один астрономический прибор не мог бы существовать на планете Земля просто-напросто. Просто не мог бы существовать, наблюдая с одного неподвижного места за движение. Это вот открыто, то есть это какие ученые доказали. Потому что 99% тех, кто пытается спорить, такое ощущение, что они в жизни никогда не видели ни один учебник, никогда не занимались никаким видом труда, не существовали в этой жизни, а просидели за клавиатурой всю свою жизнь. С таким разговаривать бесполезно. Есть вещи, которые надо хорошо себе представлять. Как реальность. Андрей Георгиевич, а есть какой-нибудь мощный аргумент в пользу шарообразной Земли? Да мне как наплевать на это. Возможно, знаете, что я вам скажу? Смотрите, она очень здоровая. Она очень здоровая. И поэтому вот эта вот дуга, она практически как бы плоскость. То есть, грубо говоря, вот когда вам человек говорит про ячеистые земли, да, это же шахта, да? Так вот, я эту версию читал еще в фантастических рассказах 20-30-х годов. Я не хочу сказать, что вот этот вот наш общий знакомый оттуда взял. А теперь делаем дух поглубже. Наша планета сотни тысяч раз больше, чем мы это себе можем представить. Да, наша планета шарообразная, но территория ее просто неимоверная. И на этой территории находятся сотни тысяч земель, которые, как правило, опоясаны ледяным кругом. Если посмотреть на нашу планету из космоса, то это будет выглядеть как пчелиные соты. То есть в каждой такой соте находится Земля. Ну вот тогда все объясняется. У вас какая-то экспериментальная зона, вот здесь вот на гигантском вот этом вот шаре. Но он настолько огромен, что вот здесь как бы идея плоскости сам по себе. То есть вот все объясняет тогда. Там и космос полет как угодно. Вот только в такой версии. Ну, мы же смотрим вот эти цивилизации, которые ушли отсюда. Ну, самое главное, Латинская Америка. Я всегда говорю, как, ребят, технари все определяют.